лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Ирина Скорик, православная певица, исполнитель духовных песен и романсов, и также она и художественный руководитель предстоящего фестиваля «Невские купола», вот о чем мы сегодня и будем говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас грядет в городе Петербурге большое событие. Это событие, слава Богу, уже проходит восьмой раз. Это международный фестиваль современной православной песни «Невские купола». Этот фестиваль уже обрел свою значимость, и наша петербургская пресса назвала фестиваль фестивалей, потому что на него приезжают не только ребята из со всех городов России, ну, были ребята из Германии, были из Франции, были даже заявки из Австралии, но не доехали. Но на самом деле фестиваль очень значимый, потому что основа нашего фестиваля – это, конечно, интонация русской песни. Это песни о России, песни о православии.
Ну, кого вы вот на этот фестиваль, кого вы ожидаете? Кто ожидается-то? Значит, на этот фестиваль мы приглашаем всех любителей православной песни, духовной песни. Тема фестиваля – это тема, конечно, православия, покаяния. Но и в этом году основная тема – это тема семьи. Мы приветствуем тему также о своей малой родине, потому что человек, который любит свою малую родину и пишет песни о ней, он, конечно, будет любить свою большую родину, свое отечество. А приезжают авторы-исполнители, да? Да, приезжают очень много авторов-исполнителей. Надо сказать, что вот эта тенденция за последние, наверное, года 4 увеличивается. В прошлом году был один исполнитель и 30 авторов-исполнителей. То есть вы понимаете, что происходит? Ну, творческий такой потенциал, да, раскрывается сейчас. Да, творческий нашего. Потенциал, но в другую сторону, потому что голоса замечательные, талантливо одаренные люди, но слова, к сожалению, музыку никакие. Все равно это Божий дар, который дается не каждому. И это, во-первых. Во-вторых, ребята должны обогащаться и петь все-таки другие песни. Потому что когда через свою душу ты пропускаешь чужую песню, ты невольно начинаешь в нее влюбляться, она становится твоей. Угу. То есть когда человек может пропустить что-то, впустить свою душу другое и сделать это со своей, это здорово. И надо сказать, что очень обогащается. А вот ребята, к сожалению, они крутятся в своем соку. И когда я спрашиваю, почему вы не поете чужие песни, другие авторов, есть замечательные, талантливые авторы, угу. К сожалению, говорят, мы еще свои песни не перепели. Это, конечно, смешно. Бывает это от гордыни, кстати. Если бы это не было так печально. От гордыни бывает. Я автор, я еще какие-то буду песни там петь. Чьи-то. Я всегда радуюсь, если вдруг вот автор-исполнитель приходит и слышит хорошую песню и начинает ее петь. А потом мне же говорят, вы знаете, вы нам открыли целый мир, другой, оказывается. А вот песня, которую вы спели первую, она тоже как-то вот, да, связана? Да, надо сказать, что я сама пишу очень много песен, но я всегда на первый план всегда ставлю песни других авторов. Потому что для меня это кладезь. Я за счет этих песен, музыки, текстов я обогащаюсь. Вот эта песня была написана лауреатом нашего фестиваля, Гран-при, по-моему, третьего фестиваля. Это трио «Ковчег» из Белоруссии, из города Витебска. Они взяли гран-при с песни «Слава Богу за все». И диакон отец Александр, он замечательный автор-исполнитель. И вот это тот самородок, который редко бывает и рождается в нашей матушке России, он пишет замечательные песни. И вот его песни сейчас поют и Шереметьевский мужской хор, поет «Отче наш» он написал. И вот эта песня, и очень много других песен, это написано диаконом Александром Ивановым. То есть гран-при фестиваля «Невские купола». То есть вы как ловец жемчуга. Да, да. Вы вылавливаете жемчужинки. И вы радуетесь этому творчеству, и то, что у нас вот эта наша культура русская, да, это же целый слой сейчас, он существует, пласт, но только его нигде не видно, не слышно. Не видно, в том заполнено все эстрадой какой-то, ну, такой дешевый. Это обидно. И у вас фестиваль как такая альтернатива, да, вот все тому, что происходит в нашей культуре. А он так и появился. Действительно, появился альтернативой вот этому всему, как я не могу сказать, чтобы это было искусство грязное, может быть, и с чистой душой человек поет, но поет не о том. То есть все равно мне как-то педагог по вокалу сказал одну удивительную вещь. Я могу по тембру человека, вот споет песня, я могу сказать о его жизни. Я была потрясена, но когда я уже 8 лет веду этот фестиваль, я невольно стала замечать, что я тоже могу кое-что рассказать. И обычно, когда я спрашиваю, это совпадает. Угу. То есть человек, когда поет, он раскрывается. Раскрывается даже, он может петь замечательные песни, замечательные слова. Все в десятку попадания, а интонация такая... Интонация выдает внутренность, чем человек дышит.
Вот эта вот особенность музыкальная, от которой не спрячешь никуда. Это интересно. Это даже целая тема, ну, да, для какой-то работы, может быть, даже. Потому что интонация человеческая, она как раз вызывает вот эти эмоции. Ведь можно человеку криком, а можно человека и шепотом сказать, и тоже будет такая же сила души. А как на ваш конкурс попасть? И возможно ли сейчас еще? Да, он 8 ноября будет, да? Значит, наш конкурс будет проходить с 5 по 8 ноября этого года. Заявки можно подавать вплоть до 4 ноября. Угу. Заявки можно присылать на сайт «Невский куполов», прямо набирать где-нибудь в Яндексе «невскийкупола.ру». Угу. Там будет информация вся о фестивале. И, кроме того, можно приехать прямо в Лавру прослушаться. А есть специальные дни для прослушивания, что ли? Да, ну, надо позвонить. На сайте есть телефоны контактные. Мы договариваемся, ребята приходят, прослушиваем. У вас уже включены все индикаторы, да? Да, и да. И по тембру, и у вас такой опыт за все эти годы. Ну, опыт, слава богу, большой. И я очень рада, что ребята не иссякает поток. Угу. И я рада, что бывают просто такие замечательные, талантливые люди, которые вносят в фестиваль вот этот оттенок духовной радости, праздника. И я очень рада, что вот еще целый месяц набора, но уже у нас набрано 20 человек, потому что идет такой довольно-таки серьезный отбор. Потому что фестиваль наш, он не любительский, он скорее ближе к профессиональному. Я хочу сказать, здесь очень интересные ребята, и это будет большим сюрпризом и радостью. Надо всех пригласить. Да. Приглашайте всех. Значит, я хочу пригласить всех слушателей на наш фестиваль. Будет 5 числа открытие фестиваля в Святодуховском центре. Вход свободный. Там будут петь лауреаты фестиваля и гости нашего фестиваля. Кроме того, будут очень интересные конкурсные дни. Это будет 6 и 7 ноября. В 19 часов начинается конкурс. Я приду посмотреть. Конкурс предполагается по 20 человек в день. Я думаю, еще будет человек 20. Ну, будет больше, будем больше. И уже 8 числа будет гала-концерт. Впервые за все эти годы Господь нам дал такой праздник. Проходит концерт, будет проходить концерт гала в Смольном соборе города Петербурга. Это уровень уже. Да, и серьезный. Мы очень волнуемся, потому что зал там, я знаю, очень непростой. Ну да, акустически. Да, но я надеюсь, что все с Божьей помощью у нас получится. И я, конечно, приглашаю всех на гала-концерт. Билеты продаются во всех театральных кассах. А теперь опять вернемся к песне. У вас там для нас припасена еще. Да, я хочу вас сегодня порадовать песнями наших лауреатов. Это тоже лауреат конкурса фестиваля Гран-при, ансамбль «Отрада». И руководитель этого ансамбля Борис Зонов. Я хочу спеть. А это питерский? Да, да, это Санкт-Петербург. И я хочу спеть его песню, которая была написана после фестиваля. Называется «Завет». Не урони.
чистым, пусть будет светлым храм твоей взрослой души. Ты не тщеславьем и не гордыней Богу и людям служи. Пусть будет чистым, пусть будет светлым храм твоей зрелой души. Пусть будет чистым, пусть будет светлым храм твоей взрослой души. Денно и ношено в пути труди, храм чистоте содержи. Только лишь Богом, милостью Божией, будем мы все спасены. Только лишь Богом, милостью Божией, будем мы все спасены. Спасибо, Господи. И вот собираете эти песни, такую копилочку, да, и лучшие песни, а вот вы их исполняете, да? А что еще, диски записываете? Или как, да, какие, да. Вот, вы продукты знаете, вашего фестиваля есть? Наверное, половина моего репертуара – это песни наших лауреатов, ребят, которые сюда приезжают. Угу. Потому что я хочу сказать, что наша матушка Россия, она настолько богата талантами. Угу. И вот пока ребята будут писать такие песни о России, о православии, о любви к родине, о своем духовном состоянии, то наша Россия будет жить. Потому что она вот теплится вот в этих песнях, в этих сердцах. Очень искренние песни, замечательные. Но вы же слышите, какая необыкновенная чистота. Хочется подпевать. Становится умиротворение какое-то, наступает на душе. Поэтому, конечно, дай Бог, я вот хочу этому фестивалю пожелать вообще долгих лет жизни для того, чтобы ребята приезжали еще раз и показывали свою душу через песни. А у вас продолжается общение вот с участниками? Конечно, они же растут, они конечно, пишут новые песни. Что? Это они вот, вам пишут письма это, там. Да, это они становятся моими друзьями. Мы ездим угу. друг к другу в гости. Это вот до такой степени дружба необыкновенная. То есть потом они мы уже вспоминаем, как мы знакомились, что было. То есть они становятся для меня очень близкими людьми. А вы сами концертируете, ездите по стране, да, как-то вас, да. Как вы живете? Вот, ну, я уже 25 лет как на сцене, поэтому очень много... И до сих пор, да? Да, до сих пор, конечно, езжу буквально недавно, скоро уеду в Сибирь, на Алтай, гастроли. Но и самое главное, что везде, я говорю о нашем фестивале, везде, где я выступаю, mm-hmm. потому что я пою песни наших лауреатов и говорю, что вот эта песня, она написана mm-hmm. лауреатом фестиваля «Невские купола». Как и сейчас. Вот следующая песня, yeah. это, я могу сказать, совершенно четко, откровенно, это лучшая песня фестиваля за все 8 mm-hmm. лет. Об этом говорил сам владыка, это духовник нашего фестиваля, епископ Кронштадтский Назарий. Угу. Эта песня написала самобытный автор-исполнитель, самородок Галина Лупандина из города Рыбинска. «Ой, веди нас, княже». Угу. Я хочу сказать, что эту песню, наверное, уже знают все. Ее поют от детского хора Краснодара до архиерейского хора Александра Невской Лавры.
Куда бы я ни приезжала, вот недавно были гастроли в Петрозаводск, мне подпевают уже. Я пою ее, а мне подпевают. Я сам ее знаю. То есть настолько она разлетелась по всей России. Это же здорово. А песня была написана к нашему фестивалю, потому что все-таки фестиваль проходит в Александро-Невской лавре. И наша матушка Россия носит имя благоверного князя Александра. Давайте споем. Я подпою, если там увижу текст. Эта песня замечательная, ее все знают, и, может быть, кто-нибудь даже с нами вместе тихонечко подпоет. «Княже, ой, веди нас, княже». Славна земля наша русская, воинством своим святым, защитниками своими святыми. Снова супостаты рвутся не унять, заключены в латы, на конях броня. Православные братья, выходи, не трусь, крепко встанем ратью за святую Русь. Ой, веди нас, княже, пусть бою, поляжем только Русь родимую, мы врагу не отдадим. Ой, веди нас, княже, пусть бою, поляжем, станем вместе, как один, Русь врагу не отдадим. Кровью снег потоплен, сеча горяча, щит прижатый лопнет под клинком меча. Сотворим молитву, осенись крестом, без оглядки в битву, прочие потом. Ой, веди нас, княже, пусть бою, поляжем только Русь родимую, мы врагу не отдадим. Ой, веди нас, княже, пусть бою, поляжем, станем вместе, как один, Русь врагу не отдадим. Княже Александре, путь земной прошед, будешь ты прославлен средь святых мужей. Пусть с тобой прибудет вся святая рать, и да смогут люди к небесам взывать. Ой, веди нас, княже, пусть бою, поляжем только Русь родимую, мы врагу не отдадим. Ой, веди нас, княже, пусть бою, поляжем, станем вместе, как один, Русь врагу не отдадим. Ой, веди нас, княже, пусть бою, поляжем только Русь родимую, мы врагу не отдадим. Ой, веди нас, княже, пусть бою, поляжем, станем вместе, как один, Русь врагу не отдадим, Русь врагу не отдадим, Русь врагу не отдадим. И, конечно же, аплодисменты, да? Да, но обычно... Это затрагивает наши такие обычно струны. Обычно зал встает. Вот недавно была в Барнауле, не в Барнауле, а в Тамбове был концерт. Зал встал, стал хлопать так, что я минусовку не слышу, я ничего не слышу. То есть вот такое ощущение единства, братства в этот момент потрясающее. Вот насколько русская песня может сплотить... Да, объединять, да, людей, душу людей. В едином порыве, да? Поэтому такие, то, что есть такой фестиваль, и ребята пишут такие песни, это просто огромная вообще Божья благодать и милость Божья. Да, тогда так что надо, конечно, приглашать обязательно. Я сам тоже приду и буду всем говорить об этом. У себя в храме повешу объявление святителя Василия Великого храма. Тоже вас приглашаю посетить наш храм в Осиновой роще, здесь, спасибо, в Петербурге, спасибо, Василия Великого. Большое. Такое явление у нас. Вот, ну, передача подходит к концу. Первая передача у нас о фестивале. Может, вы что-то пожелаете вот в конце передачи? Ну, я хочу всем пожелать, чтобы люди, которые нас слышат, особенно петербуржцы, пришли на наш фестиваль.
и поддержали ребят, вот эти вот таланты, самородки, которые приезжают к нам со всей России. У нас заявки есть из Красноярска, из Киргизии, из Архангельска, из Петрозаводска, из Крыма пришли первый раз заявки. То есть это вообще удивительное явление. Со всей России съезжаются молодые люди и поют песни о родине, о православии, о самом светлом чувстве. И, конечно, у меня пожелание ко всем. Приходите на наш фестиваль. Вы просто обогатитесь вот этой, получите огромный духовный заряд энергии от этих песен, которые рождают в душе только самое чистое и светлое. Спасибо, Господи. Дорогие мои, на этом наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся. У нас в гостях сегодня была Ирина Скорик. Будет еще вторая часть. Мы встретимся с вами через неделю во второй части. Передача она будет посвящена отцу Василию Ермакову, духовному отцу вашему. Да? Обязательно надо помнить о наших отцах, которые ушли в мир иной, помолимся вместе. Боже, всем помощи, ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях. Спасибо, Господи.